Всем привет, дорогие друзья! Со мной сегодня Рыжик. Он дрыхнет и мурлыкает. Так вот, сегодня мы будем сидеть с Рыжим пижем. Короче, мой хозяин уже хотел заправить кровать, но тут приходит вот этот лев. Да, нормальная история. Это мой хозяин вот недавно проснулся, значит. Он проснулся. В телефон, надо же утром в телефон зайти, что-то там, что пришло, что от Ютуба пришло, что там подписчики делают, что лайки ставят, все такое. Он зашел, посмотрел, смотрит. А потом приходит наш Рыжий. И, все, кровать не заправить, он дрыхнет. Вот такие вот дела. Так вот, сегодня мы будем дрыхнуть с дрыхном. Поэтому я пошла дрыхнуть. Только, пожалуйста, сделайте скриншот, но это же милый пиш. Да, пиш. Это же милый, милый пиш. Так вот, ребята. Сегодня мы целую минуту пробыли с милым пижом. Вот. Что дальше-то? Ладно. Покажу вам кое-какие изменения, которые случатся в наших городах, поселках, все такое. Все то, что у них будет, по-новому. Во-первых, я расскажу что-то. Теперь у нас в городах, ребята, будут... Теперь у нас будет пока что поселок. Вот на этом диване. Для нас это чисто гора. А так это для моего хозяина. Для его мамы, там, что такое. Для родителей, Это просто диван. Так вот, На меня лёг Рыж. Надо вытащить. Так вот, на этом диване будут строиться такие поселочки. Там, будет железная дорога. Аэропорт, как аэропорт для аварийных посадок. Да. Наш дом там, очень красиво будет. Надеюсь, наш поселок, да, вам не послышалось, наш, потому что это наш с Хрухой поселок. Скоро станет городом. Сейчас покажу все то, что там будет находиться. Ой, подписчики, я тут песни пою, а вы уже пришли. Так, показываю самые вещи, которые будут очень часто показываться в этих роликах. Во-первых, это вот эти автобусики. Во-вторых, этот красивый самолет, там даже мы будем с Хрухонькой летать. В-третьих, вот эти вот растения и домики, и знак. В-четвертых, вот эта часть аэропорта нашего. И самое последнее. Две очень крутые постройки, ребята. Давайте даже подойдем к ним. Это мы не вчера, не позавчера, не вообще не так купили. Это у нас давным-давно было, только по частям. Потому что вот смотрите, видите, как бы вам тут показать. Вот видите, здесь это посадено, это все посадено. Не выгорюсь ничего. Это все по деталям. Вот эта крыша черная. Вот эти стены беленькие, эти дверки. Даже вот смотрите. Легко и просто. Вот такой гаражик. Еще дверки вот так могут закрыть. Хоп. И их уже не открыть. Видите, там это такое. Вот как бы вам тут показать. Вот. Хорошее. Нет, даже вот здесь вот хорошее слежение. Так, ребята, извините. Вот видите, как это все устроено? Там специально есть такая штука. Видите, там туда в пол ушла
деталь. И самое крутое это. Сейчас на экране вылетел значок. В каком видео этот грузовик встречался? Ну что ж, давайте покажу. Дайте я сяду, ё-моё. Да ё-моё! Так, пойдёмте покажу. Так вот такая у нас грузовичина будет в роликах встречаться. Я на ней буду так ездить. Все, ребята. Не, ну это вообще невозможно как-то. Слишком быстро. Да ё-моё, дайте я вылезу. Здесь. Ну, один минус в грузовике то, что здесь нету колес. Еще не нашли колеса. Ну, зато посмотрите. Здесь мы будем все перевозить. Заходим. Умещайтесь. И можно с вами вот так вот гонять. Можно еще вот так вот поставить, чтобы выглядывали. Мне сложно так поставить. Я не знаю, как это сделать. Может, вы, ребят, знаете. Ну что ж, на сегодня всем пока. Я показала, что будет в следующих роликах. И извините то, что не выходят ролики, не выходили. То есть ролики просто... Вы же сами знаете то, что я сама говорю с Хрухой и Афоней, а хозяин мой снимает все вот так вот. Камеры, так вот может сделать. Ё-моё! Вот так вот можно. Короче, я делаю голос, а он снимает. Давай, скажи что-нибудь. Да, ребята, я снимаю серьезно киску-мурыску. И... Давайте я сам расскажу, почему видео не выходили. А? Киска. Ну, что сказать-то? Рассказывай, а я пошла. Вот, ребята, почему не выходили ролики? Проблема в том, то, что, ну, вы сами знаете, то, что мне 7 лет. Вы, наверное, об этом не знаете. Я 1 сентября пошел в школу. У меня 1 сентября день рождения. Я как раз пошел в школу. Вот. И как прошло время шло, я снимал. И вот сейчас, в феврале, я начал не снимать. Я не знаю, сколько я не снимал роликов. Зайду на канал, посмотрю, когда выпущен последний ролик был. Сейчас у меня начались выходные, вот это суббота, воскресенье, потом снова начнутся. И извиняюсь за то, что ролики не выходили. Да, это проблема вся в школе. Может быть, найду время, когда можно что-то и про школу заснять, либо сделать фотографии, сделать клип. Ну, вы сами знаете, что такое клип. Я делаю клипы с рыженьким, делал, то есть. Я его фотографировал, делал все. Вот сейчас его сфоткаю. Опа, сейчас сфотографировал. И могу сделать, сфотографировать школу и сделать клип. Либо, если найдется время на перемене, я могу заснять столовую, что-то там можно вот это вот все заснять, когда в буфет хожу. Я пока еще в 1 классе, у меня там много друзей. Может быть, смогу вас познакомить с Салимом, Егором. Кто еще у меня там есть, ё-моё, не знаю кто. Там есть вот, я с ними не так уж и общаюсь, и с Максимом и Тимуром, я их знаю. Так вот, про Тимура и Максима, я с ними знаком из детского сада.
Тимур у нас как раз командир класса, а как его, Максим просто ученик. Кстати, видео уже на 10 минут, планирую уже прощаться. И планирую прощаться, потому что у меня сегодня дел много. Надо вон еще с синей открывашкой гараж купить, да, сегодня поеду куплю. Кишка еще надо ее позвать из-за двери. Из-за двери, блин. Чтоб она вышла. Вот поэтому не выходили ролики. Такие вот дела. Но сейчас вот этот ролик уже вышел. Где вы смотрите? Где вы его смотрите? Ты? Где вы его смотрите, а? Вот из этого дома, что ли, видно, как я снимаю или нет? Нет, вы его смотрите на ютубе, это уже понятно. Кстати, советую зайти в мой инстаграм. Обязательно сделаю видео про него. Ждите роликов с киской, мурыской и хругой, как они в своем поселочке что-то делают. Вот вчера они в нем были. Что-то там вторую линию железной дороги сделали. Ну все, ребят, всем спасибо за просмотр. Всем удачи и пока. Мяу, ё-моё, вы что без меня там прощаетесь? Я бегу. Все, прощаться бегу. Ё-моё, эта киска меня уже достала. Самый ненужный, нужный или какой момент она приходит. Я бегу. Все, беги, беги сюда, ё-моё. Я прибежала. Классно я прибежала. Классно я прибежала, говорю. Ё-моё, подписчики, вы что упали? Ну что, ребята, с вами попрощался мой хозяин. Я с вами тоже попрощаюсь обязательно. Кошка Мурочка всегда прощается со своими любимыми подписчиками. Извините, все-таки я не смогу сделать фото. В каком видео был этот грузовик, извините. Но видео там поищите на моем канале, где этот грузовик был. И советую пересмотреть весь мой канал. Потому что я нашла одну подписчицу со своим... Ну, то есть не я, а мой хозяин нашел одну подписчицу. Про нее обязательно заснимем видео. Чтобы, ну, подписывайтесь на нее. В комментариях напишу название канала. Обязательно заходите. Ну что ж, ребята, на сегодня всем спасибо за просмотр. Всем удачно и пока. Так, расходимся. Ой. А, музыка, гараж! Быстрее! Всем гараж! Ё-моё! Всем, ребята, всем спасибо за... Фу. Всем спасибо за просмотр. Всем удачно и пока. Я прятаться от музыки, ё-моё!